Магазин Riptime.ru представляет мужские наручные часы «Восток Европа» серии «Экспедиция Эверест». Данная модель продается в таком пластиковом чемодане. В комплекте идет такой мини-ножик с тритиевой колбочкой, которая светится в темноте. Ну и также он разбирается, здесь шестигранник получается внутри. Также в комплекте дополнительно идет синий силиконовый ремешок. Паспорт на часы. Также тест, то что часы проверены на герметичность. Еще здесь по третьим трубочкам. Так, непосредственно к самим часам. Корпус у часов стальной, полированный. Механика с автоподзаводом. Из дополнительных функций вверху присутствует индикатор запаса хода. То есть, когда мы заводим часы, стрелка показывает, сколько часов часы будут идти. То есть, максимальное время запаса хода 40 часов у данной модели. Водозащита 20 атмосфер. Заводная головка, как видите, завинчивается на резьбу. Стекло минеральное с синим антибликовым покрытием. Ремешок, кожа с классической пряжкой. На задней крышке нанесен серийный номер часов. Данная модель была выпущена тиражом 3000 экземпляров. Для заказа часов заходите на наш сайт viptime.ru. Спасибо за внимание.